Всем привет! С вами интернет-магазин «Дом игры». Сегодня мы хотим вам показать настольную игру, называется она «Бинго». Я думаю, наверное, многие уже слышали об этой игре. Рекомендуемый возраст от 4 лет. И открываем, смотрим, что внутри, и разбираемся, как в нее играть. Так, как мы видим, здесь есть у нас вот такое вот пластиковое поле. Его изначально нужно еще немножко собрать. Так, значит, вот так вот оно выглядит. Вот это его стартовая позиция. Вот, значит, есть вот такие фишки. Я предварительно немножко их выдавила. Вот они находятся вот такие вот. Значит, тут разные животные, разные предметы. И что вот интересно, это все в английском языке. То есть в процессе игры еще можно изучать вот английский язык. Значит, вот эти вот фишки все выдавливаем и помещаем лицевой стороной вот так вот вниз. Ну, то есть, чтобы лицевая сторона была сверху. Вот в эту ячейку. Закрыли, к примеру, и поставили вот эту ручку, закрыли крышкой. Единственное, конечно, будет их фишек, когда, если поместить все, гораздо больше, то есть выше будет стопочка, как вот показано на коробочке. Вот, значит, каждому из игроков выдается вот такие поля, в зависимости от того, сколько играет игроков. То есть полей, видите, они двухсторонние и очень много, достаточно. Значит, и это как лото. Лото мы вытаскиваем, да, вытаскиваем эту вот перевернутую карточку, тут вытаскивать ничего не нужно, а вращаем вот таким образом, к примеру. Вот, первая выпала панда, как вам видно, да? Итак, каждый смотрит, у кого, к примеру, панда. У меня панда, я забираю себе. Тут очень нужно быстренько среагировать и посмотреть, потому что она может быть повторяться. Вот. Дальше следующий игрок будет птичка. И тоже, соответственно, подписано, как это, что это такое на английском языке. У кого есть птичка, тот ее забирает, выкладывает себе. То есть задача игроков выложить ряд, один ряд горизонталь, либо вертикаль. Кто первый, кому первому это удастся, как бы тот и выиграл. Можно еще использовать это как лото, то есть заполняя все вот эти вот, все поле. Кто первый заполнит свое поле, как бы тот считается победителем. Да, игра интересная и необычная. Если вам такая игра понравилась, заказать вы можете ее у нас в интернет-магазине «Дом игры». Спасибо за внимание, до новых встреч!